делаешь? Да, да, ничего. Ты анонировал? Нет. Yes, you... Да. Хорошо, пристрели меня. Да, я дрочил. Играл со своим дружком. Дергал свою морковку. Здоровался со своим монстром. Это отвратительно. Извини, но хорошо, что хоть у кого-то из нас осталось нормальное сексуальное желание. У меня тоже. Правда? Кажется, единственный, кому это нужно. Лестер, я отказываюсь так жить. Это не брак. Это не брак уже несколько лет. Понятно. Ты думаешь, ты единственный, кому не достает секса? А что, нет? Ну что ж, тогда иди ко мне, дорогая, я готов. Лучше не беси меня, иначе я так быстро разведусь с тобой, что опомниться не успеешь.